Я чайка, космический позывной, вспугнувший птичек стайку женщины земной. 3 дня по радио всего мира, без сна, хотя все так же красиво. Выросла в домике маленьком, ярославской деревне простой, позади дворик старенький, вперед за взрослой мечтой. Вечерняя учеба в школе, работа трудная, активность в комсомоле, прыжки парашютные. Комсомол дал путевку в жизнь, стартовые огни зажглись, но раньше был тяжкий труд, и сомнения возьмут, не возьмут. 5 девушек в отряде, одна лучше другой, все лететь хотят и рады, у руководства выбор непростой. Тренировки невесомости, космонавтики достижения, уже было в новости, Гагарина восхождение. И вот выбор сделан, ей лететь, что после подвига можно хотеть. Но есть у Вали от матери заветная мечта, найти на границах с Финляндией могилку отца. Совсем малюткой оставил ее, попав не на шутку в войны лютовье. Но движется жизнь, и время идет, 2 звезды зажглись, и вот уже дочь растет. Первый ребенок, дочь космонавтов, первый росток дальнейших стартов.